Пять реформ президента позволят стране войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. В этом уверены казахстанские и зарубежные эксперты. Сегодня в Астане состоялся конгресс политологов. Специалисты обсудили 100 конкретных шагов по реализации предложенных Нурсултаном Назарбаевым институциональных реформ. Политологи считают, что их осуществление необходимо сделать прозрачным и открытым. В этом случае они окажутся наиболее эффективными. Кроме этого, в реализации предложенной программы должны принимать участие не только чиновники, но и все граждане Казахстана. Государство должно взять на себя, скажем так, более широкие функции, вот, реализовать тот потенциал, который у нас есть. У нас есть опыт функционирования Ассамблеи народов Казахстана, у нас есть замечательная казахстанская модель согласия и стабильности. Вот. Ну и важно придать этим, как бы, этим факторам ветра движения вперед. То есть, скажем так, то есть превратить их просто, скажем так, вот, из статичных факторов, да, которые зачастую являются, именно такой, то есть ветра движения вперед в будущее. В вашей стране живет 120 национальностей, ну, некоторые большие, очень много мелких, но что такое многонациональное государство сохранялось и до сих пор сохраняется, и будет сохраняться, как я надеюсь, в основном это тоже его заслуга, потому что мы прекрасно знаем, какая судьба была или есть у многих многонациональных государств мира, а там что, гражданские войны. Этого нет в Центральной Азии, в Казахстане. И тут можно ваш народ только поставить с этим.